актриса театра и кино, телеведущая Ксения Стриж. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Актер театра и кино Константин Крюков. Ну и, конечно, сегодня для нас будут играть талантливые ребята из группы «Космакс Бэнд». А уже 8 декабря в Москве пройдет финал, в который попадут 5 историй. Финалисты из разных регионов станут соавторами спектакля, в котором все 5 историй оживут благодаря профессиональным актерам.